Здравствуйте, с вами Таганрогский живой уголок. Сегодня рассмотрим инкубатор ТЖУ-264. Рассчитан на 264 куриных яйца. Значит, вот сам инкубатор. Размер инкубатора. Высота 650 мм, ширина 500 мм и глубина инкубатора 750 мм. Это без учета короба. Короб на 130 мм высотой. Значит, сам инкубатор рассчитан на 3 лотка универсальных. В нем можно как инкубировать, так и сразу же выводить. Увлажнитель. Ну и сами лотки. Мощность и мощность данного инкубатора в начальном разогреве 240 Вт. То есть включается два нагревателя на 200 Вт и сам вентилятор. Общая масса начального разогрева 240 Вт. Как только инкубатор будет прогрет, на поддержании у него уходит 60-70 Вт. То есть на включение-выключение и на постоянную работу центрального вентилятора, у которого мощность 35 Вт. Чем удобен этот инкубатор? Тем, что лотки вот эти можно менять. То есть, если у вас эта инструкция идет, настройки, регулировки, если, допустим, вам не надо весь лоток закладывать яйцом, а надо там половину, там 20-30 яиц проинкубировать, то сюда можно поставить обычный стандартный пластиковый лоток вот так. Вот, пластиковый лоточек стал, вы можете в них крутить, то есть лотки под индивидуально, под каждое яичко. Это удобно тогда, когда вам не нужна полная загрузка. 10 яиц заложили сюда, вам не надо в лотке никаких перегородок тулить ограничительных. Также ж можно перепелиные лотки, допустим, перепелку вводите. Поставили стандартный пластиковый лоток для перепелиных яиц. Ячейка тут поменьше. Ну, размеры стандартные. То есть подходит под куриный, универсальный лоток и перепелиный. Мы, в принципе, своих так и делаем. Вот сейчас я покажу. У меня как раз яичко крутится здесь. Вот универсальные лотки заложены, где полностью. И вот это обычные лотки куриные, где вот несколько яичек лежит. То есть они никуда уже не скатятся, мне не надо ставить никаких ограничительных планок. Это вот наш инкубатор, мы с ним работаем, выводим в них яйца. Здесь принцип тот же самый. Можно ставить любые лотки. Ну а комплектация у него стандартная, универсальным лотком. Все так же, как и в остальных инкубаторах, 4 ворот мотор. Вентилятор здесь стоит 150-й, промышленный. Продуваемость у него бешеная на этот объем, прекрасно хватает. Ну, в принципе, все остальное так же. Это втяжной клапан. Это у нас здесь продувка. При перегреве, при смене воздуха срабатывает вентилятор, который находится внутри. И продувает инкубатор. Это разъем для того, чтобы когда пришло время на вывод, лоточки выровняли, разъем отключили, и переворот у вас крутиться не будет. Все. Также же это можно сделать с помощью терморегулятора. Функция F1, это у нас задано 120 минут, переворот каждые 2 часа. Мы ее сбрасываем просто на ноль. До нуля сбрасываем, подтверждаем. И у вас также инкубатор крутиться не будет. Переворот включаться не будет. Ну, я поставлю на 120, как и было. Ну вот, в принципе, и все. Вот такая моделька небольшая на 260 куриных яйца. Инкубатор совершенно бесшумный. Если слышен шум, то это, скорее всего, от нашего инкубатора, который сейчас
инкубирует яйца, потому что здесь вентилятор стоит немножко помощнее. Ну вот, наверное, пока и все на этом.